Сегодня мы будем делать самогон из дыни. Ароматная, сладкая, кавказская. Для этого нам придется очистить дыню от кожуры и косточки. Мы будем использовать вот эту бочку для брожения на 220 литров. Фу, как воняет она. Мухи, уйдите, я снимаю. Потом подойду. А что еще сказать? Больше нечего тут говорить. Что пиздеть много, да? Так как сказать нам больше нечего, приступим к работе. Чувствую, как начало разъедать мне руки. Пойду одену перчатки. Иначе будет потом больно. Чтобы они не порвались, одену вот эти сверху. Первый тазик у нас готов. Отправляем его в нашу дробилку. Мы закончили дробить нашу дыню. Бочка уже полная. Специально оставили место для подушки, которая подымется. Закрываем нашу бочку. Ставим под водяной затвор. Примерно через час пошли первые пузырьки. Будем ждать, когда пойдет полное брожение. Процесс идет как надо. Не забываем помешивать. Как пахнет. Ой, пах, пах, пах.